package. Ребят, снова всем привет, с вами Gold Voice, и сегодня мы продолжаем смотреть клипы, песни, которые будут участвовать на Eurovision 2016 года. Hi all, my name is Gold Voice. Despite the fact that I know little English, I will evaluate all the clips from the first wing and try to express the emotion at once. Yeah, my English is very perfect. To continue. Короче, продолжаем смотреть клипы песни, поэтому поехали. Божественный английский, это просто никуда не идет. Так. Кстати, напоминаю, Киев нам, сука, запретил, чтобы мы приезжали к ним в страну. Ну и хер с вами, мы не поедем к вам. О, it's beautiful moment. Oh my god. Не, no. This moment. Скрипка. Офигенный момент, красивый очень. Nice фотопиано. Пианино. There are only two ways to live your life. Oh my god. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything's a miracle. Прыгай. There's a miracle, my friend. Hold out your hand, don't let it slip away. О май гад! Серьезно, да он перед не танец, мне кажется, не он поет в 3 октавы, он поет, если даже не 4, ты по-моему 3. С копиками, он поет верхнюю высокую партию и нижнюю такую басовую, охереть. Кстати, ребята, я забыл сказать, что это от, блин, кто это, Круата, я не знаю, кто это, страна, короче, Круата, называется My Friend, и поет ее Jaskas Hudek, если правильно назвал, то это класс, если неправильно назвал, то флаг мне в жопу, как организаторам киевского Евровидения, поэтому продолжаем. Top singer, top. But I'm better. I pray you see the light and find your way. Охренеть. Nice. Это классно. Тут вообще офигенный клип, офигенная песня. Топ клип, топ сонг. О май гад. Do your best, take a chance, dare a dream and make it real. Verito, via della libertà. My friend. Ты пошел уже, пошел, короче, мужик на фальцет, ну ладно. My friend. О. Ого! Не, он охрен поет, реально это просто. Если он так пойдет вживую, я просто. Там, наверное, вот так.
В принципе, понял, что основной путь, но это просто реально, это шикардос, это высший пилотаж. Это он будет и верхний, и в нижний, и ты все полностью владеет фальцетом, это просто. Это просто профессор делами, конечно, до него далековато, но, конечно, лучше в любом случае. Это же могу так my friend. Мой. Нет, даже я не дотянусь до нижних, как он будет нот. Охереть. Jumping in water. Oh my god, this song is very beautiful. I have a lot of emotions, positive emotions, oh my god. Oh, ребят, реально классная песня, классный клип, я не знаю, что с ним происходит, но это что-то за круат, это кто это вообще? Блять, ну, никто не знает. Я не знаю даже, кто это, Там Ctrl-C, Ctrl-V, да? Ребят, как любимая команда. Так, ну туда. Люблю, люблю, обожаю. Хорватия, вот. Хорватия, что-то помнишь, что знакомо, что-то Хорватия. Вот от страны Хорватии очень хорошо, очень, ну, божественно, мне понравилось. То есть вопросов не имеет, а просто... Perfect, это it's a song very perfect. Oh my god. Короче, ну, короче, много эмоций и очень классная песня, и очень мужик очень такой, ну, четкий поет, очень классно и разнообразно, можно сказать. Поэтому желаю ему тоже выйти в финал. Это просто он достоин. У него очень огромный диапазон, очень хороший, сильный голос, поэтому мне все лично понравилось, поэтому. Хотя нас там не будет, но все равно буду, в принципе, как-нибудь найду и буду оценивать живое выступление на Евро 2016 года. На Евро 2016, ладно. Поэтому, ребят, всем спасибо большое за то, что сегодня были со мной. И, ребят, не забываем подписываться на мой канал, паблик, везде. Ставить лайки, со мной соглашаться, писать в комментариях, если вы не согласны. Но мне, конечно, похер. Ой, вслух сказал, извините. Вот, вру. Поэтому пишем в комментариях ваше мнение. И всем до следующего выпуска давайте. Раз, два, три. Всем пока. Чух.